Всем привет! Мы с вами смотрим вторую часть, обзор магазина Home Goods, товары, цены, что есть. Вот в первой части, которая была до этого, мы с вами посмотрели картины, посуда, кухонная утварь. В общем, прошлись по этим рядам, посмотрели немножечко выборочно на цены и более конкретику товаров. Дальше двигаемся с вами по этому магазину и смотрим вторую часть этого магазина, что есть. Вот эти все товары я вам уже показывал. Идем дальше. Смотрим. Спасибо, что смотрите. Всем большой привет. Ребят, пропустил в прошлой части вот такой вот замечательный компас металлический на стену для особо любящих путешествовать людей. И смотрите, какие замечательные часы стоят сейчас они. В общем, 24,99. При том, при всем, что у них огромный колоссальный размер просто. Ну, на мой взгляд, наверное, сантиметров 80 диаметр часов. И очень-очень стильно смотрится. По мне, так просто вообще. Ну, вот такой еще орнамент еще по 40 долларов. Вот такой вот, видите, вот вывешивают такие панно деревянные. Ну, тоже очень оригинально. И смотрите, есть еще вот такие вот тоже панно для украшения стен. Вот такой даже велосипедик за 40 долларов, видите. Ну, при этом очень-очень оригинально сделан. Даже педалька у него вращается. Рыбки. Вот такие вот всякие непонятные чашечки. Зеркала я тоже в прошлой части все вам показал. Ой, а вот смотрите, какие часы фантастические. 60 долларов всего. Посмотрите, какой вообще масштаб просто. Это очень большой размер, наверное, метр. Жалко, что я здесь не был до этого. Я бы здесь купил. 400 долларов вот такое зеркало стоит. Просто фантастиш. Оно реально прям для спальни. Очень хорошо подходит. Какая тумбочка. Столик. 180 долларов. Бра напольные. Стоимость у него 99 долларов. Но смотрится он очень красиво и массивно. Ребята, все Home Goods. Потому что очень много таких штучек, которые мне очень нравятся. Я думаю, что и вы тоже что-нибудь для себя подберете. Смотрите, там есть еще, видите, китаун, то есть для детей что-то. Здесь, возможно, еще такая дизайнерская мебель. Ну, не вся она реально красивая, но вот бра мне вон то очень понравилось. Точнее сказать, торшер напольный, да? Есть еще вот такое, посмотрите. Это перья, чтобы вы понимали, самые настоящие перья. Очень красиво. Очень красиво смотрится. Так. 300 долларов. Такая штуковина. Трюмо. Ну, давайте дойдем. Еще я вам покажу здесь ряды. Дойдем до Китауна. Что там есть? Так, ну, Китаун. Здесь игрушки. Ну, мне кажется, обзор игрушек у меня уже на канале есть не один. Поэтому вы посмотрите его. Так, смотрите, какие... Это стекло, ребят. Это настоящее стекло, так что смотрится очень красиво. И так, знаете, так, стоимость 20 долларов. Таких вот настольных ламп. Немножко такой ретро-стиль, конечно, но кому-то, наверное, подойдет. Так, это вот всевозможные, смотрите, видите, это, ну, для учеников, для уже тех, кто, так скажем, тинейджеры, да? Вот такой, смотрите, какой оригинальный. 30 долларов торшерчик. Лампочка новая, хай-тек, с беспроводной зарядкой. 20 долларов стоит. Так, ну здесь и расписание занятий, часы, тоже беспроводные зарядки. Вот Polaroid, видите, он. Беспроводная зарядка тоже положил и заряжаешь. Удобненько, в общем. Это украшать вот комнату тинейджера, если надо украсить. Очень много оригинальных вещей, которые мне лично очень нравятся, начиная вот от интерьерных часов, светильников, новомодных с беспроводными или вот такие ретро-стиля, ну и до, заканчиваете, дневников и всему такому. Так, смотрим, что здесь дальше. Ну, это корзины, очень тоже оригинальные, кто хранит всякие вещи, вот такие вот вещи для тетрадок, книжек. Видите, надписи вот так поставил себе в спальню.
релакс. Очень, мне кажется, здорово. Тоже такие сториджи оригинальные. Так, здесь тоже корзины, картины. Показал, картонки остался вам показать. Это все вот то, что относится к кит-тауну, мы смотрим. При том, при всем, что есть что-то для кит, а есть что-то для тинов уже, которые уже подростки. Смотрите, какой оригинальный стеклянный слоник. Made in China, ну, это понятно. А вот, не знаю, честно говоря, сколько он стоит. Ну, вот такой вот ленивец. А, вот это стоит $10. Это копилка, видите? А вот слоника, к сожалению, цены я не вижу. Но он очень хороший. Так, вот $13 стоит вот такой вот для фотографий. Ну, здесь полки всевозможные. Кстати, очень-очень оригинальная. Стоит она $60. Но для игрушек ящик, видите, чтобы не высыпалось, у него сделано вот такое вот отверстие для загрузки. И они там лежат, чтобы они высыпались. Ну и, соответственно, смотрите, вот такие вот маленькие даже кресла есть. Они абсолютно маленькие, прям на маленьких людей рассчитаны. Стоит оно $80. Очень оригинально. Вот такая вот штука тоже под спину. $20 стоит. Очень тактильно и приятно. Вот это вот после бани 2 в одном. Видите, можно и заматываться, можно просто одевать. $15 стоит с единорожками. Хвост русалки кому надо. Ну, любят вот так вот дети, знаете. $20, вот так, видите. Очень оригинально, мне кажется. Любит попритворяться русалками, заодно ноги в тепле. Сидит, читает на полу, чтобы ноги не мерзли, зимой особенно. Так, ну это всякие такие прибамбасы детские. Здесь, я так понимаю, покрывало для кровати и подушечки, смотрите, такой Christmas style. Здоровские, в принципе. Ну, тоже для украшений, можно украсить детское, видите, какие тут. $17, что такая подушка. Вот такая белая подушка. Вот эти вот мне очень нравятся. Они под спину очень хорошо подходят. $25. Ну, это вот мальчикам, девочкам, видите. Покрывало. $17. Вот различные варианты. Знаете, они просто придают уюта, когда их одеваешь хоть на себя, хоть куда-то. Бросаешь, все равно они придают уют. Подушки тоже тут в ассортименте, можно на выбирать. Все это сделано для интерьера. Вот здесь вариантов тоже очень-очень много. Пушистые, не пушистые, пушистые с двух сторон, пушистые с одной стороны, серые, бежевые, белые. В общем, можете свой дом легко, и кровать, или спальню, или living room свой очень красиво украсить. Кресло, ничего себе, по $200. Ну, вот это загадка для меня, конечно, но я бы, наверное, не взял такие, я так думаю. Тумбочки, трюмо. Подушки продолжаются, не буду я вам их подробно снимать. Придете уже потом, посмотрите, а то просто вы сейчас погрузитесь в одни подушки только. Так, а вот это вот, смотрите, это для украшения тоже на Крисмас. На Крисмас заранее, за где-нибудь месяц можно раскидать, украсить. Как видите, здесь, обратили внимание, что подушки по цветовым гаммам примерно. То есть вот здесь, допустим, зеленые, темно-зеленые. Здесь вот есть бежевые, розовые, оранжевые, бежевые. То есть каждый ряд имеет свои цветовые гаммы. Есть вот такие вот, которые просто всевозможные расцветки имеют. Но это все Christmas подушки по $20. Очень симпатично выглядит. И к ним уже одеяло. Сели, укрылись, взяли, выпили бокал шампанского, взяли глинтвейн себе. И в теплой обстановочке с такими подушечками, одеялками встречаете новогодний праздник. Очень даже здорово. Все как в американских фильмах. Это, в принципе, многих и уже российских фильмов. Вот эти, кстати, я вам показывал, вот эти вот напольные торшеры с настоящими перьями, не видите, с розовыми перьями, с белыми. Очень такое. Меня прям, честно говоря, впечатлил этот торшер. Только я
не вижу цены. Сейчас мы с вами посмотрим, сколько это дело стоит. $100 стоит такой торшерчик. Вы знаете, недорого за настоящее перо. Подушечки Home Sweet Home. Очень-очень оригинально. А вот смотрите, какая такая вот желто-оранжевая гамма. Ну и Christmas style. Так, смотрите, на выходе целая гора всевозможных аксессуаров. Начиная от осени и, естественно, Christmas. Все, что связано с Christmas. Ребята, постельные потом вон там, видите, засниму отдельно. Это очень большое количество, еще отдельный зал. Поэтому, простите, в этот выпуск это тоже не зайдет. Давайте смотрим дальше обзор вот этой хотя бы части. Я надеюсь, я вам успею записать. Значит, мебель продолжается. Мебель некоторая вот такая вот. Ну, я понимаю, что она сделана, видимо, из цельного дерева. Но как бы, $79 это очень дорого для такой штукенции. Тем не менее, вот подставочки. Вот такие вот. Ну, $50. Ну, оригинально. Кому в интерьер, конечно, заходит, я думаю, что и за $79 можно купить. Но кому именно зашло в интерьер? Вот такие вот столики. $50, видите? Ну так, в принципе, все это, конечно, металл, дерево очень так смотрится. Это, несмотря на легкость, но, то есть, когда берешь, это вполне себе так качественно. Я только не вижу, кто это у нас дело производит. Ни одной наклейки, ну ладно. Не вижу. Наверное, думаю, Китай, но некоторые вещи, они реально, посмотрите. Видите, это все прямо выпаковое, то есть это объемное. И сделано это, в общем-то, красиво. Индия, ну да, понятно, что это Индия, потому что явно это не Китай. То есть видно, что тут... Ой, ребят, вот это просто, просто улет. Вот супер софт, это супер мягкое. Оно, вы знаете, рука аж проваливается, когда гладишь. Это просто супер. Обязательно купите себе такое одеяло, и просто с ним в обнимку можно сидеть и кайфовать. Получать удовольствие. Так, смотрим, что здесь у нас дальше идет. Ну, вот такие вот шкафы $500. Ну, ребят, не знаю. Ну, такое прямо... Ну, не знаю. Вот так я закончу этим словом. Так, $500. Вот такой вот круглый диванчик небольшой. Рядом постановочный столик за $60. Видите, он сдвоенный, один под другой вставляется, и встроенный вот такой. Так, здесь продолжение всевозможных интерьерных штучек. Ну, давайте пройдусь с вами по полкам. Вот такие вот всякие штуки. В общем, тут и на стену, и на тумбу. И на стол вот такой, видите, если у вас кто-то занимается, вот это Индия. Здесь очень много из Индии. В общем, есть как украсить ваш там кабинет, или living room, или спальню даже. Но вот это вот все я вижу, что в принципе вот $29, видите, так. То есть это дерево и вырезано очень красиво на самом деле. И есть керамика. Это керамика, $24, есть металл, вот это явно металл, это тоже металл, ну это, видимо, ребята, которые это дело придумали, и за это хотят $17, почему бы и нет. Ну вот так вот вы сможете найти проволоку и свернуть сами, но тем не менее, видите, идею-то кто-то подал. Бар. Очень много красивых интерьерных вещей, которые просто, ну, вы знаете, поглазеть даже, посмотреть. Я почему-то, у меня какая-то страсть к глобусам, не знаю почему, но мне очень нравятся глобусы. Вот там сейчас я вам покажу очень красивые еще глобусы. Так, ох, вот их сколько. На самом деле, вот такой стоит $30. Он и как украшение смотрится хорошо, и, в принципе, носит все-таки какой-то такой характер еще познавательный. Нет-нет, да что-нибудь посмотришь. Смотрите, здесь сколько вариантов. Вот, допустим, $40. Здесь очень большое число глобусов. Это просто... Просто праздник какой-то. Есть вот такой, видите? Какая-то штука. Так, мотоциклы, машины.
Знаете, в подарок вот такой автобус школьный можно подарить кому-нибудь. Это очень прикольно. Или такой вот велосипедик, или мотоцикл, например. Здоровские штучки. Очень-очень большое количество, видите, с морской тематикой, кто вот любит море. Смотрите, какое количество. Как можно красиво украсить сауну, например, представляете? Всякими вот такими вот интересными. Штурвал такой, он, знаете, прямо мощный, то есть он прямо так чувствуется, то есть что это не просто какая-то такая вот дешевая безделушка, а что он прям такой, как говорится, визьмешь в руки маешь. Вот. Ну, здесь возможные штучки, связанные с футбольными командами. Вот тоже очень нужная и важная штука. Что это? Я не знаю. Ну, сделано это в Индии. Ручная работа. $20 это стоит. Вот такие панно. Смотрите, на стену тоже вешаются плетеные. Многие сами делают. Корабли. Глобусы. Смотрите, какой венок из ракушек красивый. В ванну, представляете, такое повесить? Надеюсь, что это также красиво смотрится на видео. Но это реально настоящие ракушки, звездочки. По-моему, даже настоящие. А сколько он стоит? Это мне даже интересно. Не вижу, сколько стоит здесь. Ну, я думаю, не очень дорого. Хорошо, как на улице повесить, так и внутри. Помните, да? Отдельный выпуск будет вот по вот этому отделу. Так, ну что, я тут всем мешаю, поэтому пройдусь чуть-чуть быстрее. И посмотрим с вами. Ну, почки, листочки, мне кажется, их везде в изобилии. Можно посмотреть. Вот такие вот вещи тоже. Настольные, напольные. Посмотрите, сколько. Всевозможные утварь, какие оригинальные часы сделаны в виде старого акваланга. Обмундирование аквалангистов, точнее сказать. Ой, вот смотрите, какая оригинальная штука новогодняя. Видите, два оленя, за ними тележечка. Ну-ка, $300. Ну тут это все металл, ребят, они металлические. Но это явно не для улицы. Птички, кубики, квадратики, кружки. Впечатляет, честно скажу. Очень даже впечатляет. Так, и продолжение. Вот здесь всевозможных баночек. Это уже идут ароматизаторы. Видите, эвкалипт. Еще это вот... Да, это вот, вот так скажем, просто лист конопляный, не знаю, что там, ну, в общем, это все, в общем, ароматизированные всякие штуки, их вот какое количество здесь, они все, это все свечи, смотрите, лемонграсс, чай с лемонграссом, ну-ка, ой, как вкусно пахнет, он приятно очень пахнет. Я вообще люблю лемонграсс такой, знаете, у него какой-то запах и не лимона, а вот что-то между. Вот, стоит это $10. Ну, то есть все это очень недорогие деньги выливается. Ну, здесь все, короче, по $10. Вот $7 есть маленькие свечки. Все это ароматизатор. А здесь для них же, смотрите, какие подсвечники. Например, представляете, вот так вот много-много-много-много свечек поставить, все это зажечь. Или вот такие вот светильнички тоже для свечек. По $8. Или вот это тоже для свечек, кстати, видите? Ну, это можно и для свечек, мне кажется, использовать в чистом виде. Вот, но, в общем, тут свечной рай и подсвечниковый рай, который можно реально использовать. Вот такой подсвечник стоит $20. Так, это мы с вами посмотрели. Идем дальше. Украшения всевозможные. Так, еще пошла Christmas тематика.
Смотрите, сколько всяких оригинальных штучек подарочных. Это открытки. Их, видите, там целая пачка. Стоит она $5. Вот такие вот набор оленей, видите, поставить куда-то. На вот они есть в золотом варианте, есть в серебряном. Поставить куда-нибудь на полочку. Всякие вот такие оригинальные штуки. Набор оленей, вам сказать, сколько стоит? $17 он стоит. Венки всевозможные. Вот такие вот, смотрите, какие оригинальные тоже. Это Германия. Ну, Германия славится. Германии большой привет. Мы очень любили сюда приехать под Крисмас и там побродить по улицам, магазинчики. Просто сногсшибательно. Такого, конечно, нигде не увидеть, как в Германии. Ну, Германия, Голландия, вообще в Европе. Вот особенно почему-то именно Австрия, Голландия и сама Германия. Очень там таких магазинчиков. Просто заходишь, как будто в сказку попадаешь. Так, ну и вот такие вот всевозможные шарики. Вот. Кстати, здесь сказано, что это сделано из переработанного уже стекла. В общем, вот видите, расценки. То есть вполне себе. Так, это коробочки подарочные, видите. Можно запаковать сразу красиво. Фоторамки. И просто рамки для картин. Смотрите, какой оригинальный шкафчик Трюмо. Ну и здесь вот такая тоже достаточно, я называю, оригинальная мебель, потому что я не скажу, что это какие-то великие изыски, но явно можно что-то, наверное, под себя подобрать. Кстати, в следующем обзоре я еще сделаю, видите, там есть для пэтов, для животных, короче, всевозможные коврики. В общем, там еще есть что вам показать. Ребята, ну что, мы с вами посмотрели две части Home Goods. У меня еще вам обещанные сыры, у меня еще вам обещанная часть с вон той зоны, где для пэтсов и где всякие постельные принадлежности. Там еще целый большой отдел. Ходить долго и много, постараюсь все показать. Фух, ну, хочу в заключение сказать, что вот, ребята, вы можете себе взять вот такое вот, видите, оно раньше продавалось за 2000, но сейчас на $800 дешевле. Вот такое вы можете купить трон, на самом деле, за $1300, представляете? Вот такая штуковина. И вы имеете право и об этом знать тоже. Пока-пока, увидимся, всем до завтра.